Администрация Семенова подала в суд на Главное управление автодорог, чтобы обязать их построить мост. Суд выиграла, но моста все равно нет. Речь о дороге в деревню Хохалы. Она из тех, которые называют не дорогой, а направлением. Но самое страшное – это мост через небольшую речку. Он настолько прогнил, что по нему боятся ездить даже пожарные и скорая помощь. Жители обращались ко всем, кому только можно. Прокуратура давала предписание – мост в порядок привести. Суд вынес такое же постановление, но, несмотря на все эти постановления и решения, все разваливается и разваливается. Вызвали скорую, скорая вот шла пешком. Они говорят, мы не рискнули, потому что дорог у вас нет. Весь гнилой, и я думаю, уже подпорки там уже пошли. У нас самое сложное началось тогда, когда начали валить лес. Лесовозы, деревянный мост до 4 тонн. Естественно, такую тяжесть лесовоза, конечно, не 4 тонны едут. Но если уж лесовозы ездят, значит, сделайте, пожалуйста, нам бетонный мост. Бетонный мост нам обещали, наверное, лет 10 тому назад. Угу. Вот, ну, ВОЗ и ныне там. Выходили напрямую, я вот обращалась к президенту, задавали вопрос. Мне волонтеры звонили недавно, говорят, вам выполнили вашу просьбу, дороги и мост. Я говорю, ни дорог, ни мост, ни моста, ничего нет. Данная дорога не наша, данный мост не наш. Лесом мы не занимаемся. Мы вынуждены пожарные машины сливать и проезжать этот мост и опять заливать. Мы, к сожалению, вот сами являемся заложниками этого всего. В сельсовет обращались, ничего. Это не наше. В Семеново это не наше. В Нижний Новгород выделили 6 миллионов. Они куда-то ушли, ничего нам не сделали. Угу. Так вот мы здесь и доживем. Дорога относится к Горьковским автомобильным дорогам. Есть просто решение суда. Их целый год судили, они там обжаловали, что сделают мосты нам туда. Угу. Срок заканчивается где-то в ноябре месяце. До сих пор к работам не приступили. Про мост хотели вас спросить. Ну, а мы комментарий-то не собираемся вам давать. Вот нас интересует, когда работа начнется. Понять не имею. Там, когда будет команда, скажут, тогда мы начнем делать. Мы не знаем. Единственное, что сделали с мостами, это повесили бирку «Аварийный мост». Ну и весь ремонт, мягко говоря. Кстати, официальный ответ на наш запрос из Главного управления автодорог Нижегородской области был очень коротким. Единственное, что нам сообщили, до конца октября будет сделан проект по переустройству моста, а сам мост планируется включить в адресную инвестиционную программу на 2022 год.